Здравствуйте, дорогие друзья! История знакомства каждой пары по-своему удивительна, уникальна и необычна. Сегодня я расскажу вам историю знакомства таких замечательных молодых людей, как Алексей и Тамара. Как вы думаете, как же все-таки началось их знакомство? Или с чего началась их история любви? Может быть, все было именно так? Так, стоп. Такого с ними точно не могло произойти. Но они же не ботаны. Может быть, они очень романтичные молодые люди? Да, очень романтичная история. А если добавить немного драйва, интриги, ох уж эти медики. Хотя, зачем нам гадать, как же все-таки это было? Дорогие друзья, я уверена, что вы и так прекрасно знаете, как зародилась эта великолепная история любви. Ну а мы пожелаем ребятам искренней и светлой любви.